Глава республики Шалбан Караул поручил выяснить обстоятельства гибели от ножевого ранения 18-летнего уроженца Тувы, студента Сибирского университета потребительской кооперации города Новосибирска. Сколото-резанным ранением спины его обнаружили около часа ночи 30 октября недалеко от одного из домов по улице Карла Маркса города Новосибирска. Сотрудники скорой медицинской помощи боролись за его жизнь, однако юношу спасти не удалось. Глава Тувы поручил своему заместителю Аясу Чуданулу разобраться в причинах и обстоятельствах трагедии. Устанавливается взаимодействие со следственными органами о ходе расследования. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследованием занимается следственный отдел по Ленинскому району города Новосибирск. По предварительной информации, вечером 30 октября в общежитии номер 1 Сибирского университета потребительской кооперации между парнями произошел конфликт. Со слов очевидцев, спор решили разрешить дракой на улице. В итоге пострадал студент из Тувы, получив смертельный удар ножом. 31 октября в 10 часов 5 минут в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о том, что в Кызыле на перекрестке улиц Титова и Кочетова произошло ДТП – столкновение двух транспортных средств. По предварительным данным было установлено, что водитель автомашины Toyota Noah, двигаясь в западном направлении по улице Кочетова, на перекрестку улиц Титова и Кочетова не предоставил преимущество автомашине Toyota Altezza. В результате ДТП автомашина Toyota Altezza отбросили на тротуар, и она въехала в фасад магазина. Пострадавших не было. По данному факту производится проверка в отделении ГИБДД.